Все-таки экспресс-доставка — это хорошо. Не надо никуда идти, особенно по такой жаре. Тебе звонят, спрашивают, когда тебе удобно. И приносят прям домой. Что же нам сегодня принесли? Откроем. После моего недавнего видео, после обращения в техподдержку, вот, сейчас вот тут будет ссылка на него. Вот. Техподдержки извинились, сказали, что это была ошибка сотрудника. И в качестве компенсации предложили мне отправить телефон DHL. Кто же будет отказываться? И вот такой вот пакетик внутри DHL-овской упаковки. А в нем Dougie Voyager 2. Подарком в виде 8-гигабайтной карточки. Ну, карточка нас мало интересует. А вот телефон. Интересно. Так, что нам здесь обещают? 5-дюймовый дисплей с разрешением 854 на 480 точек, 4-ядерный чипсет, MTK6582, 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт флеш-памяти, камера 5 мегапикселей и 1,3 мегапикселя. О, красавец! Ой-ой, это типа под рифленую кожу? Где-то я у кого-то уже такое видел. Не будем называть эту фирму из Кореи. Не включается. Ну ладно. Конечно, не включается. Слоты под сим-карту, под ТФ-карточку. Dougie Voyager 2. Кстати, а кто знает, как правильно, Dougie или Dougie? Что у нас здесь есть еще под низом? Еще одна защитная пленочка. Инструкция. Ого, аж на 5 языках. Мы все равно не понимаем. USB кабель. Наушники. Зарядное устройство. Выходом в 1000 миллиампер. Ну ладно. Аккумулятор. Не знаю. Я на вес емкость не умею определять. Здесь написано 2000 миллиампер часов. Включаем. Пока он загружается, справа у нас есть кнопка включения блокировки, слева качелька громкости, сверху разъем под гарнитурку
Какая мелодия. И USB разъем. Ага, микрофон у нас вот. Сенсорные кнопки, они подсвечиваются. Русский. Далее. Это нам не важно. Далее. Готово. Play Market установлен. Android 4.4.2. Впрочем, это уже не удивительно. Сенсорные кнопки не подсвечены. Ну вот так всегда. На самом интересном месте заканчивают заряд аккумуляторов. Вот такой вот он, Dugi Voyager 2. Вот, в ближайшее время я выложу ролик с примерами, как снимают его камеры. Вот, ну а потом будет полный обзор. Подписывайтесь на канал. Оставляйте в комментариях, что бы вы хотели увидеть в обзоре на этот телефон. Ну и свои пожелания.